что, мои хорошие, вы уже поняли, да, что сегодня у нас первый съемочный день. И с самого утра просто стеной дождь. Мотор переносится постоянно на разное время. Кто-то в 5 утра встал, девчонки, чтобы доехать до меня. Я встала чуть попозже, где-то в 6:30. Вот. Но дождь — это на счастье. Поэтому вы знаете, да, что образы я не палю, снимаю только лицо, виды, поэтому не спрашивайте мне ничего. Это все конфиденциально, для того, чтобы вы потом кайфовали, глядя на нас, на всех в эфире телеканала ТНТ. Мы ждем команды, готовы, сидим, смотрим на дождь в предвкушении. Смотрите, огромная, просто огромная горилла. Вот, 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 вот. Ну что? Провожают на работу. Привет, малыши! Привет, малыши! Привет! Как я скучала по вам! Посмотрите, какие они просто! Посмотрите, девушки какие! Очень маленькие! Ну пока! До вечера! Вы только посмотрите, какая красота. Мы еще снимаем. Вообще без телефона. Позже поделюсь с вами эмоциями от первого съемочного дня. Кстати, еще пока хороший маникюр. Пожалуйста, храни. Сохрани. Хранись. Ты мне нужен месяц. This one na sara sara, the beat is tarantana. You go make you manya manya, Ines is in manya manya. Oh yeah, make you ricotta ricotta, mama Africa ricotta. От такого большого количества эмоций сил нет вам даже что-то говорить, потому что мой съемочный день еще не закончился. От площадки до отеля мы час добирались, поэтому у меня 20 минут микро, вкидка на микросон. Это хотя бы немножко с закрытыми глазами полежать, потому что вечером чуть позже продолжение съемочного дня. И нужно немножко набраться сил, энергии, потому что, конечно, камера и события, они забирают вообще очень много сил. Поэтому 20 минут тишины. А дальше опять на работу сегодня. Так, ну что, у вас уже час ночи, да, где-то, мой хороший, ну, в Москве. У нас 12, переходим в новый день. Первый съемочный день достаточно насыщенный, тяжелый, эмоционально, но безумно интересный. Вы знаете, что я не палю никогда своего образа, чтобы вы кайфовали в дальнейшем каждое воскресенье, рассматривали меня, поэтому сори, что сегодня... Сегодня так мало меня, ушла полностью в работу, постараюсь исправиться в ближайшее время, но сейчас для меня в приоритете шоу, которое так долго я ждала и которое мы снимаем для вас, мой любимый зритель. Я в кадр, пока ты без дел.
2:13. Здесь могла бы быть я днем, но бассейн будет просто красивой картинкой. Только возвращаюсь с площадки. Завтра ранний подъем, как я и написала сегодня. Нон-стоп. Съемки 28 дней без выходных. Но мне это нравится. И эти звуки. Ой, нам налево. Нам налево, да? Скорее спать, 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 спать. Home, sweet home. Хотела принять ванну сегодня, но, пожалуй, оставлю это событие на тот случай, когда не нужно вставать через 5 часов. Вам потом все тоже расскажу, покажу. А сегодня, сейчас нужно мне быстрее умыться, нанести всякие штучки на лицо, ампулки. И очень надеюсь, что быстро усну. Хотя от эмоций у меня прям вот внутри вот так вот приятный мандраж. Потому что первый съемочный день. Первый съемочный день 2-го сезона шоу «Звезды в Африке» подошел к концу. И вы даже не представляете, что...